И в продолжение темы. До Нового года остается буквально несколько дней. По всему округу проходят праздничные мероприятия. Одно из таких – елка для детей из социально неблагополучных семей. Ее провели на днях во Дворце культуры. Что такое Дед Мороз? Что такое Новый год? Это когда можно стоять около елки и ждать подарки, и сладко засыпать, и потом будут подарки, и сказать Деду Морозу спасибо. Дед Мороз приносит нам подарки. Братья Бастановы точно знают, что такое Новый год и зачем он нужен. Получать подарки, смотреть интересные спектакли и представления, участвовать в праздниках. Когда еще, как не в предновогодние дни, в детской жизни бывает столько веселья. Начиная с сегодняшнего дня, проводим вот такие вот елочные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки для детей, сначала находящихся в трудной жизненной ситуации. Вот именно сегодняшнее мероприятие – это елка главы, где мы подарим детям небольшие подарки, сделаем представление. Снова нету мне царевни морской покою. На сцене любимые герои – Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи сказок. Подобные мероприятия проводятся, чтобы сохранить в детских душах веру в чудо и поддержать предновогоднее настроение. Сегодня в зале около 700 человек. Это дети с родителями. Всего в праздничных мероприятиях примут участие около 5000 люберчан. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.